В Беларуси вырастет стоимость учебников в школах. В сравнении с прошлым годом цена увеличилась на 1,5 рубля. Оплатить пособие необходимо до 1 октября. Кроме того, обновился дизайн дневников. Покупать нужно новые образцы, изданные полиграфическими предприятиями в 2024 и соответствующие типовым формам, утвержденным министерством. В результате непогоды в Бобруйске повалили на несколько деревьев. Порывы ветра на территории региона достигали 15-20 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности объявлен и на вторник. В случае усиления ветра рекомендуется укрыться в ближайшем здании, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Деревья, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, а также не парковать авто под крупными деревьями. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 12 августа включительно по адресу улица Ленина, 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. 3-й трудовой семестр в Беларуси в самом разгаре. Для молодежи это возможность не только отдохнуть, но и подзаработать, получить ценный опыт. Большинство студенческих отрядов задействованы на различных предприятиях и в организациях. Ребята работают по 7 направлениям – строительство, производство, медицина, педагогика, экология, сельское хозяйство и сфера услуг. Международный хоккейный турнир пройдет в городе в начале августа. Со 2 по 4 число спортсмены будут состязаться на призы председателя Бобруйского горисполкома. Участие примут 4 команды молодежной хоккейной лиги из города на Березине, Магнитогорска, Владивостока и Московской области.